Всем привет, с вами Vigilant. И что ж, давай прокатимся, Vigilant 8.2. Не знаю, за кого в этот раз мы будем гонять. Как думаешь, за кого? Так, ну естественно, за того, за кого мы не гоняли. Ага. А мы за этого гоняли или нет? Я не помню. Давай, наверное, за Далласа. 13, Паламина, 8. Ой, 13. Так, может его разокрасить как-нибудь? Синий? No. Стандарт он у нас такой, да? Можно вообще его таким ярким. Но зачем так сделали, что можно так сделать, непонятно. Можно сделать вообще вот так, но нет. Может, синенький какой-нибудь такой. А почему бы и нет? Почему бы и на синем не покататься? Аризона, первый уровень, погнали! Покажем им, что такое разрушение. Просто уничтожить все, уничтожить. Найти три бомбы, разрушить газовую станцию и все нафиг разрушить. Одна бомба есть. Мы типа робот же. Робот наемный убийца. Или ковбой, типа что-то. Что-то типа. Две бомбы есть. Даллас 13. Так, погоди, я вот это не настроил. Вот так, да. А то мне микрофон закрывает весь обзор. Какая-то баба к нам пристала. Так, все бомбы найдены. У нас враг. О, это то, что нужно. У нас и суперка окрасилась в синий. Круто. Уничтожить заправку. Да. Destruction complete. Объект B. Meet. Удар. О, броня. Давай возьмем. Иди сюда, детка. О, это мы забабахали по ней сейчас. Я думаю, ей понравилось. Почти вынесли все хпшки. Даллас. Умница. Даллас молодец. Грег. Так, это мы взяли. О, еще одна бомба даже. Ну, точно что-то разорвем мы. В клочья просто этими четырьмя бомбами. О, наша мина. Давай, стреляй, стреляй. Тотально уничтожить. Тотально, тотально. Давай. Есть. Красиво. Отправили ее труп реально в небеса. Осколки улетели куда-то в небо. Чё он сказал? Bridge to the sky? Типа мост в небо? Bridge to the sky. Ну да, мост в небо. Наши микросхемы сейчас немного остыдятся. Остынут, господи. Остыдятся. Надо же такое придумать. Первая битва Далласа была перфектной. Так, 4. Что-то найти, уничтожить. Домик, который нам не понравился, видимо. Я видел тут издалека какой-то дом. Он мне так не понравился, я должен его уничтожить. О! Так. Ничего защищать не надо, можно без разбора палить. О, второй чемодан.
Ау, что творится, блин? Заезжай, заезжай. Да стой, 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 стой. Блин. О, а так пульнуть, если? Так еще, наверное, никто не уничтожал этот особняк. Что-то новенькое. Перевертыш. Давай. Вот. Не получилось. Он сейчас суперку возьмет. Нет, не взял. Эх, и я не дотянусь. Так еще экран мигает прям. Прям чувствуешь всю боль, которую ты ему наносишь своей суперкой. И все ракеты мимо. Ракеты, походу, тоже отмечали Новый год, потому что они летят. Не знаю откуда. О, у нее тоже чемодан был. Забрать чемодан. Lamination. Ах, хрен знает, что он сказал. У нас синяя тачка, потому что тоже после Нового года. Вау, сейчас перевернулся. Что он вытворяет? Ты смотри. Прикольно. На этих лыжах. Так. Калифорния. Калифорния. Так. Оу, Хьюстон. Встретил какую-то тёлку, надо её завалить, да? Роботу, которому не нравится всё, надо всё завалить. И эти кейсики тоже. Ау. Куда ты? Снаряд вообще вон туда летит. По какой фиг? Ты что, шальной? Просто пьяный. Так, а где мне куда полетел? Как ты тут оказался вообще? Лети. Только не туда, вон туда. Ну ладно. Что происходит, вообще непонятно. Ой. А где мне брать 4 кейса? Или, ну, по-моему, кейсы надо тоже, таких контейнера. Да, мы выполнили, но у нас ни одного кейса. О! Один из 4 предметов собран. Тут возникают иногда такие комментарии по типу... Где скачать нормальный образ Vigilant 2? Естественно, надо качать английскую версию, и будут работать суперки. Ну, супероружие у тачек. И, когда качаешь образ, то он запускается, естественно, только через эмулятор PlayStation 1. Единственный, который самый лучший, я знаю, самый норм, это EPSXE, он так называется. Самые последние версии, естественно. И уже через эмулятор запускаешь этот образ. Если качаемый образ состоит из 2 файлов, BINA и KUE, естественно, надо запускать KUE, который весит очень мало. Когда запускаешь через КУЕ, работает музыка. Вот. На. А, вон, так это нам что взять там? Сюда? Да. Эй, а ты чё контейнер не взял? А, ну бывает такая, да, ошибка. Ну не ошибка, у нас типа тачка маленькая, она не задевает. Надо по 1000 раз пока... Вращение... Совпадет... Ну, как-то вот заденет нашу машину, что ли. Вращение предмет. Да, долго нам так крутиться. Долго нам крутиться так. Что он творит? Я вот сейчас ничего не нажимаю. Чего машина творит?
что творит? Я вообще не понимаю. Эта серия бухая какая-то получается. Ага, ты возьмешь его, нет. Черт. Так, контейнеры мы все завалили. Ну, наверное, еще и вот в этот, если мы попадем, там тоже будет контейнер. Погоди, а вон там контейнер есть. Ну, что за пляски вот эти? Молодец. Так, как нам туда попасть? Будем сейчас пробовать. Да ты возьмешь его, нет. Я уже крутиться начинаю там. Чё же ещё-то делать? Погоди, может нам как-то вот так заехать? О, почти было. Если он так не будет брать, я просто не буду по тысячу раз пытаться. Ну так можно взять. Но... я это засчитаю как техническая... Ошибка техническая в игре. И все. А он взял, да? А, нет, тоже не взял. Ладно, последний раз и все. Хватит. Ну так можно точно взять. Просто надо прям попасть, что ли. Ладно, хрен с ним. Тут она задолбала своей суперкой. Да блин, чуть-чуть до этого кейса не достал. Хватит стрелять по мне, баба. Кейсики есть. Ну, конечно, не так берется, но... Да ёб... Лыпалы. Бухая серия, я так и назову. Бухая серия. Пьяной серии. Потому что вот это вот... О, я взял. Но, где еще один кейс этот? Может, вон там он? Пойдем посмотрим. Молодец, скинул меня прям в воздухе. Задолбал. Так, она где там кончается? Нет, кейса у нее не видно. А, вон он, кейс-то. Пошли, добьем этот мотоцикл. В Калифорнии у нас вообще какой-то все бухие, походу. Новый год, юху! А как мне его достать? Что происходит вообще? О, он тоже потонул. Если он потонул и тут был занят, то он, естественно, он туда. Просто допинаем его и все. Да иди сюда. Иди сюда. Что ж ты бухой-то какой? Есть. Кое-как мы эту. Добили миссию. Уничтожили. Так, следующая миссия у нас... Alaskan Pipeline. Pipeline какая-то. Pipeline? Я, кстати, ни разу в жизни не замечал это название. Короче, он что-то его там чинит, коротит его, типа что. Четыре канистры. Уничтожить refinery. Что это? Что это? Ну, что это происходит вообще? Ничего не нажимаю. Капец, он точно больной.
Или он так бесится, потому что его перекрасил в синий, я не понимаю. Вот что он так прыгает. Так, 4 канистры. Тут не вижу. Здесь канистры я тоже не вижу. Типа нам надо найти 4 канистры, облить ими завод, и мы его потом типа сожжем. Так, я не знаю, что нам разрушать. Сейчас будем О, канистры. Или мы просто типа топливо тащим. Нет, нам надо завод, походу, мочить. Какой-то виджелан тут приперся. Ты на койота полез, ты что? Ты труп. Виджелант, иди сюда. Ой. Долбануло так долбануло. Погоди, а мне как теперь взять эту? Упс. А как канистру теперь взять? Уйдите, придурки. Я не знаю, как канистру. А, я не перепрыгнул. Блин, а как канистру теперь взять? Это интересно, такого я не припомню, чтобы было. Блин, как канистру взять? Чё ты вообще за это вдался? Все шальные миссии какие-то, вообще дурдом творится. Я в шоке. Так, я не знаю, надо попробовать с самонаводящими ракетами туда попасть. Просто другого пути не знаю. Мои же мины, вы чё? Вы чё творите? Как же мне... О! Блин, сам себе наношу урон. Ну ту канистру точно как-то взять. А ту канистру я не знаю, как взять. Ну попробуем. Попробуем. Ах, так мы долетим. Надо как-то перескочить на соседнюю. О боже, я таким никогда не занимался. Давай, залезай. Щет. Я не знаю, как такое сделать. Это, наверное, переигрывать только придется. Ну ладно. Если одну канистру не соберу, не страшно. Принцип понятен, главное. Как это? Пройти! Ты маленькая зараза, она вышибла мои все суперки. Вот, я не знаю просто. Ну, я тебе сейчас в отместку, да. Ты мелкий карапуз. Получила. А в итоге нам, наверное, надо было разрушить завод. Да. Ну, хоть одно задание давай выполним. Потому что там канистру, я не знаю как. Ее надо было все канистры собрать и отнести вот к этому заводу. Вот сюда. Тем более две канистры еще. Одна там, которая недоступна теперь стала. А другая не знаю где. Ай, что творится, я не знаю. Ой. Давай пойдем добьем. Да вот, ну ты едешь вперед-то. Он скользит, капец, на этой нефти кусках. Или как лужиц из нефти. А, мы, кстати, обычной стали, потому что я один знак потерял. Фейерверк. Да, надо было до разрушить завод,
и дособрать. Ну, канистры, ну, блин, это... Я не знаю, как там собрать. Надо было не разрушать, собрать, а потом только разрушить. Миннесота дальше идет. Хба такой. Чуваки с двумя револьверами. Не ждали уничтожить вот эту фигню атомную. Ну ты псих вообще. Вообще псих. Все ему надо уничтожить. А тут, по-моему, бомбы надо собирать, да? А, да, вот здесь собрал. Пойдем уничтожим эту штуку. Пока у меня броня есть, давай бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, давай, разворачивайся. Давай, броня еще есть. Ой, нет брони. Да вы что, психи что ли? На, поджарь. Шашлычок будешь? Он будет. Да ей ты, блин. Далес. О, чуваки, все. Кобзда вам. Я при оружии своем. Ну-ка. Капец, как муравьи-людоеды на меня набросились какие-то, я не знаю. Все предметы собраны. Required. Блин, пьяный. Как пьяный езжу. Так. Теперь нам эти бомбы надо доставить и уничтожить. Виджиланты их отсюда убирают. Койоты их сюда доставляют. И наоборот. О, а может вот отсюда суперка достанет? Да. О, вот это долбан. Еще рядом со мной эта тачка с токсичными отходами была. О, нет. Вся машина потрепанная. Балалайка. Добей его, добей. Черт. Есть. The PDG-44D destroyed. Ну где ты там шарахаешься? С первого уровня нас она терроризирует. Она тут что-то ломает. Че она там? С таким видом вообще не... Прикольно. Ого. Есть. Круто. Нравится. А, это было легко. Это было легко. Так, Аляска, вот это было. Теперь... О, нет, только не Луизиана. Ненавижу этот уровень. Своей болотностью.
Болото Станью. Блин. Он ее все-таки нашел, да. Уничтожить сахарные заводики. Собрать 5 кейсов денежки, короче. Как без бабла-то? Никак. Уничтожить сахарозавод. Ненавижу сахар. Такой. А тут жизнь, да, мы все равно возьмем. Так, давай проверим. Наверное, это самое нелюбимое, что мне придется делать, да? Ну-ка посмотрим. Если чемоданы здесь в воздухе висят, что, то это... Да, это бяка. Я вижу чемодан в воздухе. Воу, Гена, уйди, Гена! Гена, нет! Ну, это... Еще и тут эта вот тачка переворачивается. Гена, не кусайся. Ладно, пойдем этой фигней заниматься. Ах ты сосранец. Вызвал своих братанов, блин, на меня. Мать, че это он сейчас своей суперкой? Всю вечеринку мне испортил. Давай тотально его. Есть. Вжик этот тоже надо мочить. Куда полезла? А ну, кушать сюда. Воу-воу-воу-воу. Больно было. Этот чемодан нам надо обязательно взять. Щет. Еще один взяли. Ля-ля-ля-ля. Да, блин. Один. Так. А что-то я там этих не вижу. А, только так далеко. Блин, мне надо тут эти. Значок вентиляторов, блин, или как-то. Вот сейчас я подниму эту дамбу. А с этой стороны значок есть? Блин, ну с этой только там, далеко. Я не успею в эту дырочку. Блин, что делать-то? Надо ракеты искать. Капец, что с ним так происходит. О, появилось, да? А, далеко как-то. Блин, ну я не знаю, давай попробуем. Ну ты ж не достаешь, что ли? Машина-то вроде прикольная, но, блин, с ней намучишься вообще. Давай, давай, давай. Бери! Да, блин. Ладно, в общем, мне осталось... Вот сколько? У меня 3 чемодана, а надо собрать 4. Один здесь в воздухе. Поднимаешь вот эту дамбу и едешь за ним. Ну это понятно. Это я уже 100 раз делал. Это не так интересно. Давай уж их завалим. А то вот это вот по полчаса вот этим заниматься. Это уж я занимался первый раз, когда открывал тачки. Было интересно. На, поджарь его задницу. Куда ты выстрелил этой-то? Этой-то штукой зачем выстрелил? О, я сейчас все эти вынесу.
А, она у меня кончилась. Я думаю, что суперка не стреляет? А ее-то нет. Все, все очень просто. Ее нет. Ну куда ты? А, ты под броней. Ты под защитой, да? Я подожду, пока твоя защита иссякнет. Фига. Есть. Это было круто. Это было зрелищно. Гена, уйди. Щит. Какой крепкий. Прямо одни осколки от него. Полетели. Ну да, нам дается время, типа, чтобы мы это собрали. Ну а как я соберу? Я даже не успею, если я сейчас буду. Вот сейчас попробуем, конечно, успеть. Но все равно тут мало времени дают. Его дают, но мало. До того кейса я, наверное, успею. Еще одну дамбу надо поднять. Да не переворачивайся. Вот он. Гена, не балуй. Вот этот чемоданчик нам надо. А, надо 5, по-моему, чемоданов даже. Бляха-муха. Ну вот как с этой тачкой все собрать по-нормальному? А, где-то вот здесь еще один чемодан. Ой, я не могу над этой картиной просто. Короче, давай завершай уже миссию. Этап завершен, давай. Как нас игра не отпускает прям. Игра, отпускай. Че, я даже еще один раз могу успеть, что ли? Странно, нам что-то так дофига времени дают. Может, что-то нажимать надо? Этот крокодил, блин. Странно, почему даже метод не завершается миссия. Обычно так время много не дают. Тут что-то игра упоролась вообще. Да, конечно. Давай вот так это сейчас сделаем. Почему бы и нет? Как дело касается денег, игра даже не хочет завершаться. Надо без. Хочет, чтобы я обязательно 5-й чемодан собрал. Ну чё ты, блин? Во-во! Да ёшки. Всё, это капец. Ну, конец-то игра, блин. Завершиться захотела, а то, блин. Да, там еще один чемодан был. Ну, фиг с ним. Бесит он меня, этот чемодан. Вообще, наконец завершили уровень. Вообще бесит он меня. Нет, все, нет его. Так. Флорида. Флоридка. А там сверху что было написано? Ах, не успел посмотреть. Ну вот что, электрошокером за соски пристегнул. Так, 6 топливных этих, уничтожить транспортно-ракетную фигню. Понятно. Одно собрали. Ну,
Да бери ты эту броню. Ну. Что-то вообще не сдается у нас сегодня серия. Не задается. Так, не забыть бы эту машину развалить, а то... И так много невыполненных миссий в этой серии. Вау. Лети. И тут нету. А где вы, куда все эти канистры дели? А, ну полетели туда. Ау, вот это по заднице-то больно было. Еще одна где-то у нас... наверное, где-то она на воде. Ну, блин, с этой тачкой вот. Вот с этой тачкой. Ну, вон она. Все, готово. Тут там сдох уже. Мунт... А, этот шестиколесный. Погоди, мусочек, не трогай меня. Вот. Нет, 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 нет. Ай, фу, мне через зад выпустил вообще. Ой, ужас. У меня как будто колеса спустили, так сейчас было. Ну что, уничтожим эту ракету? Да. Хм, одного снаряда мало. Заряжай второй. Даже отъеду подальше. Не, мало. Сейчас третий зарядим. Мало? Дуй. Чё этим всем придуркам надо? Я вообще ракетной установкой занимаюсь. Идиот! Как бриллианты в руки. Да уйди ты, блин. Придурки. Да, блин. Да ты разрушишься, наконец-то. Пук. Как будто и не было ничего. А я тут ждал эпичный взрыв. А в итоге... Ни хрена. Стреляли, он даже не знал, откуда это было. Так, где все оружие? Мне чем валить ты, чуваки? Разрабатчик. Где пушки? Тебе-то что надо, а? Сосуничтожь. Уж добить-то их нечем. А интересно, не напросто собрать или... Нитрооксид. Вау. Чего-то там собираю. Бегал мне. А, я все суперки прошляпил. И какую-то фигню собрал. Да, это было круто. Одной пушкой лями сделать. Спасибо. Мне этого так не хватало, ракеты в задницу. Ты это исправил. Красава. Так, ну ни одного оружия, ничем реальных мочить. Пойдем на второй заход. Мне просто реально нечем их валить. Что за бадья? Молодцы. Я успел. По воздуху. По воздуху. Круто. Бам. Что-то там понабрал чуть-чуть.
все летит. Какой-то фигни. Собрал. Какой оунайт? Ты промазал, чувачок. Прощай. Вот даже ракеты на того хватило, да? Ладно. Есть. А, ты куда это стащил? Это мое. Вообще и другой хотел сделать. С оружием на этом уровне почему-то была беда. Так, и последний уровень. О, уничтожить поезд? Поезд уничтожить? Вагоны? Да? Серьезно? Да, ведь? Я не помню, но... Уничтожить поезд, да? Нет, завод. Ага, значит, босс у нас будет... Хьюстон. Я должен был это или вспомнить, или догадаться с самого начала, но нет. О, деньги! Так, я, походу, еще чемоданчик не собрал. Ага. Мой чемодан. Сидите здесь. Так, мне надо вот этот завод... разрушить. Бах, двойной урон по... Да куда ты стреляешь? Все, уничтожили завод. А, собрали... А мы все деньги? 4 чемодана, да. А, их надо... еще спрятать. Нет, по-моему, даже не в этот. Именно в тот почему-то надо мост. Перепрыгнули через все ограды как-то тупо. Здрасте. Ждали. Под мостом как раз спрятался, но это не помогает. Он все равно нас достает. Щет. Все, деньги мы спрятали. Завод разрушили. Пойдем вот этого придурка мочить, он уже бесить начинает. Где ты? Летун, блин. Если мы будем летать, мы точно в своей суперкой не попадем. Пойду этим чувакам, да ты... Что делают эти зарядки, не? Где он этот? Идиоту со своими хлопушками. Ну как по нему попасть? О, он зажегся. Свет летать начнет. Эх, не достает. Хватит летать. Я по этим летающим никак не попаду. О. Отличный дамаг был. Точно пьяная серия. Это пьяная серия получается какая-то. Опять нет оружия ни одного. Мне как-то мины, огнеметы свои суют. Говорят, мочи этим, чувачок. Ничего не знаю. Мины, огнеметы, я их в итоге и собрал. Зашибись. Напряг с пушками. Не могли бы их поинтенсивнее, чтобы они появлялись? И почему-то, чем дольше на уровне находишься, тем меньше потом сложнее найти оружие. Зачем так сделали? Не понимаю. Тупо, по-моему. По-моему, тупо. А ты опять силборку нашел. Да что ж ты, какой чувак-то надоедливый.
Ха-ха-ха. Ну я тебя, как говорится, под нас реально. Огнеметом. Реально пушек нет. Пойдем на заводе искать. О. Блин. Придурок. Закрыл. Проход. Он супер. О, супер только что вот здесь было. Что творится? А Хьюстон ничем мочить. Пулеметиком вот этим своим. На. Хороши дела. Приехала она. Все пять ракет мимо. Ёшкин. Так, я к ней приближаться не буду, она свой супер включит. О, блин. Зашибись, попался все-таки. Спасибо. Уходим. Отлично. А мне интересно, мне броня, наверное, не спасет даже. У нее крюк этот. Фига, мне броня не спасает. Броня, спасай. Ня. Ей пофигу, стоит у меня броня или нет. Хороший супер конь. Но не в этом случае. Надо с... дистанционные пушки, чтобы она к нам не подбирала. Стреляй! Блин. Нет, не уйду я никуда. Тормоза нажимай. Нафиг мне. Давай, зацепляй ты ее. Ладно, но это все равно давай возьму. Да, блин. Черт. Капец, какой напряг с оружием все-таки. Я не... В шоке, она здесь рядом, уходим. Там, по-моему, ракеты самонаводящие. И они мне нужны. А может, и хватит уже ее? А, вон, о, все, капец ей. Чай. Чего она крутится вокруг этих холмов только? Блин, хитрый, смотри, за это прячется. Колонна. Пойдем деньги заберем и уезжаем отсюда нафиг. Деньги здесь. Фу, ну это, я не знаю, эти миссию на мастере получилась бухая. Да он неадекват, вон слышно. Бом! Ау! Это нам сейчас по нам бьет. Капец!
Как она кулаком? Я в шоке. Что ж, это был Виджилан. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Увидимся в следующей серии. Ну, с других. Может, в Виджилантах, может, и в других играх. С...